Привет, я Света. Я расскажу вам про игрушку из серии Чаггингтон. Вагонно-ремонтный завод с Брюстером. Купиребенку.ру. Перед собой мы видим такую яркую упаковку. Она сделана из картона. Внутри находится такой большой вагонно-ремонтный завод. Он состоит из трех частей. Первая часть — это вот самая высокая часть. Мы заводим туда паровозик. А здесь есть специальный сканер. Вы проводите вправо и влево, и он сканирует, какая именно поломка существует у вашего вагончика. Здесь есть световые и звуковые эффекты. Ваш паровозик должен проехать через сканер. Он спускается вниз по горке и приезжает на вторую станцию. Здесь вы можете с помощью такой специальной дрели подчинить колесики Брюстеру, почистить их. Дальше он должен спуститься вниз по склону, по рельсам, и попадает в третий набор. Здесь есть специальный штырек. Когда Брюстер пускается вниз, вы проводите этим штырьком, и специальные голубые валики, они очень мягкие, чистят вашего любимого паровозика. В этот набор входит сам Брюстер. Длина Брюстера 7,5 см. Он синего цвета с желтыми элементами. Сам набор сделан из пластика. У него мягкие синие валики. Весь набор оснащен звуковыми и световыми эффектами. Это отличный большой игровой набор. Вы можете играть в этот набор всей семьей. Купить его вы можете в магазине www.kuperebenku.ru. Детские товары на kuperebenku.ru.